общем-то, начинаем чуть-чуть. В лексиконе появилось слово такое «терпеть», и вот мы решили сделать такую композицию,
назвать ее этим словом. Потому что каждый из нас, и, наверное, из присутствующих в зале, терпит иногда плохую музыку, плохую погоду или плохое самочувствие. Так вот. Вот, в общем, об этом песня – терпеть. Ну, чтобы больше никто не терпел. Вот так. Мы продолжаем. Следующая песня. Сейчас я чуть-чуть выше микрофончик сделаю, а то я парень такой знаю. Да. Следующая песня приехала к нам из берегов Атлантического океана. И называется она East Coast. Сейчас ее, собственно, сыграем. Thank you.
дорогие друзья, мы двигаемся далее. Следующая песня называется «My Light». Она написана под влиянием нашего общего друга и отличного музыканта Валерия Степанова. То есть такой пианист, вы его, конечно же, знаете. То есть она написана после нескольких наших концертов с ним совместно. Появилась такая песня. Я попросил, очень смешная история получилась, я попросил Валеру написать ноту, ноты немножечко, чтобы хотя бы ориентироваться как-то в этой композиции. И Валера написал немножко не My Light, а My Last Night. Вот такой легкий юморок у него по отношению ко мне, видимо. Ну, я думаю, это никак не отразится на красоте этой прекрасной композиции.
Владимир Копырин. Аплодисменты, пожалуйста. Я старался. Настоящий артист. Мы двигаемся дальше. Всегда настроение. Дальше, и следующая песня называется «Нежный запах». То есть очень, очень прикольное название. Мы очень долго стебались над этими и названиями и придумали самые наиболее смешные. И вот, вот такая песня получилась. «Нежный запах». Thank you.
Михаил Галухман. Ура! Друзья, следующую композицию я хочу сыграть со своим другом, самым лучшим и самым по совместительству лучшим музыкантом в мире. Это точно уж. Мы сыграем сейчас вдвоем вам, для вас, нежно очень. Прошу аплодисменты, громкие, пожалуйста. Это стоит того, на самом деле.
позвали. Это приятно. Идем дальше. Следующая композиция называется Rock of Funk. Может, вы слышали когда? Слышали кто-нибудь? Нет, в зале? Ой, я соврал! Ой-ой-ой! Я лжец, простите меня, пожалуйста. По программе следующее произведение называется Colorful Dreams. Цветные сны, которые мы сейчас сыграем для вас очень нежно и красочно. Спасибо, Антон. Thank you.
Очень красиво, да. Ну, следующая песня называется «Rock of Funk». Я уже пытался спросить, кто-нибудь в зале знает эту песню? Нет? Нет? Есть, я вижу. Два. Ну, два — это очень печально. Отлично. Thank you.
Не знаю, что сказать. Я лучше помолчу. Писал я, кто я написал, он тоже. Еще раз. Том Харрелл написал эту вещь. Ура! Давайте поаплодируем Тому Харреллу. Спасибо. Thank you.
Владимир Капелин сыграл соло. Отлично. Аплодисменты ему специально для него. Друзья, вы когда-нибудь слышали что-нибудь про озеро Байкал? Ну так вот, гипотетически. Отлично. Вот эта песня завершает нашу сегодняшнюю встречу. Очень красивая песня про Байкал. И сейчас мы вам ее нежно сыграем. Thank you.
я хочу представить этих прекрасных людей, с которыми мне удалось поиграть. Владимир Копырин. Михаил Галутова играет на барабанах. Антон Давидян, тут нечего даже говорить. Все, всего доброго. Меня зовут Володя Димов, и до скорых встреч. Мы обязательно вернемся.